Всем привет! Лев из Абхазии, из цитрусового совхоза. Сегодня мы с вами сходим до отеля «Весна» и сделаем небольшой обзор там. Приятного просмотра! На окраине поселка располагается отель. Сейчас мы прошли один из участков, частей поселка. Здесь его называют Чернобыль. Вот такое название. Еще, по-моему, с 80-х это прижилось оно. Целая тут история, как это название появилось. Ну вот, дорога здесь идет к пирсу, которая там, если пройти по ней в сторону трассы, там выйдем к винзаводу. Вот, ну, а мы идем мимо вот этих вот огородиков, садов по направлению к пирсу, мимо магазина. Отеля. День жаркий. Там бывшие сады совхозные, бывший детский сад вот виднеется. Сейчас это здание представляет собой заброшку. Продуктовый магазин «Родник». Ну и Даниэла, гостевой дом. Справа проходим. В этой части поселка я сейчас вот как-то не так часто бываю. Вот, а вместе с тем тут перемены очевидны. Ну и как бы прошлый сезон я говорил, что вот эту часть ее в итоге застроят, то есть гостевыми домами. Ну, вот в прошлом году появилась стена, а в этом году вот уже, смотрите, уже номера выстраиваются. Но еще не функционировали в этом году, но думаю, к следующему сезону уже заработает. Там он еще домики. Все это вот прямо рядышком с Даниэла. Гостевым домом, обзор которого я неоднократно делал. Ну, дальше пока тут заросли. Но это год два, наверное, три, может. Тут тоже. А, и еще с левой стороны. Здесь вот все деревья были. Тоже расчистили. Канальчик вот. Подержи, Мирюш. Самокат приходится тащить, пока снимаю. Такой вот канальчик. Ну, еще, думаю, будут расчищать, конечно. Впереди вот эта аллея целая камфорных лавров. Вообще говоря, прошлый сезон вот этого не было видно всего. Тут были заросли. Вот уже, смотрите, меняется. Там что-то почистили, столбы поставили. Ну, долго гадать как бы тут не будешь. Ну, наверное, какое-то будет место для размещения отдыхающих. Вряд ли сады, конечно. Ну, хотя, кто знает. Так вот все меняется. Все это раньше были сады, огородики. Там во многом они остаются, вот если в сторонку туда уйти. Вот, ну, одним из первых отелей, который вот именно на этой улице, да, так обозначим, это вот как раз отель «Весна» появился. Я раньше сюда заглядывал, там дальше есть два прудика таких, в одном из них черепахи обитают. Я туда с интересом заглядывал и наблюдал, как устроилось это все. Несколько лет назад сдали уже в эксплуатацию. И вот сейчас мы с вами посмотрим, как это все выглядит. Обзоры я, конечно, отель «Весна» делал уже неоднократно, но давайте заглянем, как все выглядит в этом сезоне 2024 года. Огорожена территория основательно, мощная стена и трехэтажный корпус с балкончиками. Сразу вот тоже правильно очень сделали они. Не только название, табличка с названием, но и номер телефона там. WhatsApp, Viber вижу. Указан. Очень удобно. Кто мимо случайно, может, ехал, может узнать, по крайней мере. Рядышком парковка постояльцев.
Луганской области вижу даже гости есть. Ну, дальше вот метров 300, наверное, до пляжа, там вот за соснами. Вот, ну, а мы заглянем сейчас на территорию отеля. Тут есть свободные номера. Выходим немного по территориям. Тут собор, парочка. Дальше там все заросли. Пока еще не освоенная территория. Здесь такой уголочек, островочек благоустройства. Смотрите, сколько растений интересных. Верные пальмы, пожалуйста. Я, наверное, ну, многие растения просто не знаю, поэтому не буду озвучивать. 3 этажа. Корпус. Есть детская площадочка с мягким покрытием, вижу. Мангал. Березки вон тут высадили. Талиандр цветущий. Вот это кухня. Столовая. Здесь же можно приготовить, как я понимаю. На территории работает Wi-Fi. Так, это вот мангальная зона такая. Для отдыхающих тут лежаки, допустим, детишки играют, взрослых здесь загорать могут. Вот такая вот детская площадочка. Кстати, дальше что-то еще там выстраивается. Велосипеды. Что-то еще строится напротив. Ну, это уже другой там собственник. Ну, просто сам факт. Примечательно. Ну, а тут он сады вижу. Рядышком соседствует. Да, день жаркий. Я вам скажу, разгар дня вот так вот идти это. Такое приключение целое. Хотя там вот вижу над горами облака. Ну, прибрежная часть, как обычно, у нас выглядит безоблачно. Такое здание отеля. Ну, думаю, еще нам продемонстрируют номера. Наверняка есть свободные. Попросимся, покажу все. Ну, а сама кухня — это общее пространство, то есть можно прийти, самостоятельно приготовить, есть вся посуда, все необходимое. И вот шкафы для общего пользования, то есть туда можно что-то свое положить. Ну, отдельно там, не знаю, пакеты и так далее, в холодильнике. Ну, правила пользования, допустим, летней кухни. Вот, примерно так они выглядят. Ну и сама столовая, еще раз глянем. Вот тут хорошо в тенечке и ветром продувается замечательно. В общем-то, на свежем воздухе можно только что приготовленное покушать. Wi-Fi тут берет, действует. Есть телевизор. Небольшое тоже здесь пространство такое. Вот так как приятно тут стоять, ветерочек продувает это место. Песик тут отдыхает. И хотел еще показать парковку, уже которая за стеной. Тоже можно поставить машину и быть спокойным. Поднялись на 2-й этаж. Коридорчик. Есть у нас ключ от 204 номера. Давайте зайдем, осмотримся. Ну что, сразу холодильник, телевизор, кондиционер. Про Wi-Fi я говорил. Значит, вот двуспальная кровать, 2 тумбы, розеточки по обоим сторонам. Кресло, судя по всему, раскладывающееся, то есть как место можно его рассматривать. Зеркало, шкафчик тут. Здесь все принадлежности необходимые. Мируш, зайди, прикрой дверь пока. Закрою. Да. Так, вид из окна тоже покажу. Там пустырь, в общем-то,
Давайте зайдем в санузел, рассмотрим ближе. Так, ну вот все вполне аккуратненько выглядит. Мойка, зеркало. Так, крючки есть. Ну и душ. Ну, сантехника в нормальном состоянии. Все достаточно приглядно. По-видимому, еще теплый пол есть. Скорее всего, вот это управлять им, чтобы. Так, ну давайте на балкончик выйдем. Море в той стороне. Ну, как я говорил, здесь пустырь, то есть с этим уж ничего не поделаешь. Как есть, так есть. Ну, по крайней мере, это не дорога. Тут все-таки есть кое-какая растительность. Ну вот этот внутренний дворик, где мы с вами прошлись. Вот, а проезжая часть вот слева. Ну и отсюда мы сейчас с вами еще сходим до пирса. Посмотрим, там корабль сейчас разгружается, загружается. Ну, вот, ну и до пляжа тоже прогуляемся. Столик, пара стульев, сушилка. Люстра. Ну, полное представление, в принципе, можете получить с такого видео. Все, что мог, показал. Везде заглянул. Небольшое интервью. Как вас зовут? Меня зовут Евгений. Евгений, откуда вы? С Челябинска. Челябинск. Здесь впервые или уже бывали? Нет, мы здесь в прошлый год отдыхали, с женой, с доченькой проводили лето. Очень понравилось, очень хорошо. Ага. А в какое время тут были? Мы были начало июля, в первых числах июля, и как раз попали под очень-очень большой поток. Ага, да, я помню этот момент, там 3 дня видео, да, шикарное, да, снимал просто. Да, но у нас уже отпуск подходил к концу, и буквально за пару-тройку дней до окончания нашего отпуска добыли-то, случилось такое наводнение, и получается, мы здесь несколько дней просидели, просмотрели все красоты Абхазии и наводнения такого местного. Да, запомнилось. Я выкладывал кадры, вот кто здесь тоже отдыхали, как там на этих, кто-то на матрасах, кто-то еще на чем-то до магазина добирались. Да, как раз с нашего отеля у нас ребята плавали на розовом фламинго в магазин за продуктами. Ну, было комично, но с одной стороны. С другой стороны, конечно, опасно, потому что думали, выйдем, не выйдем, будет транспорт, не будет транспорт, но слава богу, все обошлось. Ну да, это три дня там буквально таких было. Да. Ну, конечно, да, запомнилось. И сторожилы тут говорят, что такого не видели. Ну, насколько сторожилы говорят, насколько мы поняли из разговора с местными, по-моему, 70 лет такого не было вообще здесь. Да, да. Ну, то есть фактически никто не помнит, нет, то есть, нет, потому что такая цифра. Да, интересно. А так вот по отелю, вот, ну, тем, может быть, кто делает, выбирает, где отдыхать. Каждый выбирает для себя сам. Если кто-то хочет семейного отдыха, тихого, спокойного, то, конечно, этот отель очень подойдет. Очень гостеприимные хозяева, удобное место расположения, как раз между Гаграми и Пицундой. До Пицунды буквально 5-10 минут езды на машине на любой пляж, либо здесь можно сходить на цитрусовый пляж, покупаться очень хорошо, чистый, достаточно хороший, не загруженный пляж. Отель нам очень понравилось. Тихий семейный отдых для ребенка, чистые номера, кондиционер, телевизор, хороший душ, постоянно есть водоснабжение. Хорошая большая кухонная зона, столовая, полностью со всеми приборами столовыми, какие необходимы. Все это есть в наличии. Очень хорошо. Да, туда я заглянул уже. Номер тоже отснял. Ну, значит, раз второй раз приезжаете, это уж тоже о многом говорит на самом деле. Ну, естественно. Потому что мы в этом году тоже думали, куда поехать, где отдохнуть. Но опять выбор пал на Абхазию и именно на этот отель. Тихий, спокойный, хороший. Именно семейный детский отдых. А как пляж, море? Ну, это, наверное, тоже один из важнейших вопросов, который надо задать. Пляж галечный, хороший. Если купаться, то необходимо какие-то акваботы, акушозы взять. Вода чистая, хорошая, отличная вода.
Конечно, тут еще прибавляет чуть-чуть холодочка такого бзык, которая впадает в данном округе в море и насыщает морскую воду пресной водой. В целом нормально, хорошо. Ну так вот люди спрашивают, не холодная вода вот из реки? Вода, если рядом с бзыби не купаться, то, конечно, она не будет холодной. Бывает прохладненькая, когда течение идет именно в эту сторону, в сторону Гагры и по побережью. Тогда она бывает маленько прохладная, но не особо. Купаться можно, сейчас вода теплая, очень хорошая. Да, я тоже специально заходил и здесь, в районе общего пляжа, и там на пляжах пансионатов, и в бзыби. Три разные воды было. То есть да, понятно, да, что чем ближе к реке, тем больше влияние. А так, в целом, хорошая вода. Ну что ж, спасибо. Спасибо вам большое за отзыв. До берега отсюда, как я говорил, примерно 300 метров, ну, может чуть больше, за счет пляжа, то что он широкий, почти до 100 метров, наверное, местами. Такая вот дорога, фонари есть, освещение есть. Прошли немного вперед, ну так вот весь путь до моря сниму. Это мы, значит, как из отеля вышли, мы пошли направо. Можно здесь вот немножко сократить, пройти по тропинке. И, кстати, мы будем проходить одно из таких живописных мест, которые я периодически посещаю, где эвкалипты у озера. Ну, конечно, заглянем сюда. Ну и перед нами вот роща пицунских сосен, которая вдоль берега здесь произрастает, а за ней уже пляж. То есть все достаточно близко. Здесь же можно по пути ежевикой полакомиться. Ну и если сквозь нее пробраться, то там выйдем к озеру. Утка улетела. Вот так это место выглядит. Там цапли вижу впереди, еще уточки. Сюда цапли тоже прилетают, как видите. Ну и эвкалипты, про которые я говорил, вот они. Ну, на мой взгляд, достаточно живописное место. Даже несмотря на то, что вот эта ветка упала пару лет назад, и вот она так и здесь находится. Конечно, бы убрать ее отсюда хотелось. Без нее было симпатичнее. Попробую еще хотя бы издали заснять цапель. Полетели. Очень тихое, спокойное место. Приятно сюда заглянуть. А с другой стороны озеро, кафе Муза. Ну и вообще, что касается кафе, здесь их тут 3 или 4. В общем-то, все в шаговой доступности вот рядышком с рощей. Еще один ракурс, тоже озеро. Те же эвкалипты. Очень такая насыщенная картинка, тут и облака, и деревья, все это отражается. За счет того, что вода гладкая, озеро спокойное, ветра тут сейчас нет. Так все симпатично выглядит, на мой взгляд. Тут приятно и находиться, и хорошее фото, видео получается. Оттуда мы, значит, пришли. Тут и бетонная стена. Есть два варианта. То есть, если вам на пляж налететь, можно прямо здесь пройти, через пирс. Вот тут двери и ворота бывают открыты, вот как сейчас. Либо пойти на общий пляж, вот прямо, прямо до конца озера, и там вход в рощу уже открытый. Вот, ну, мне хочется посмотреть, как корабль разгружает. Поэтому пойдем мы здесь. Господи же. Показывал тут проходную, эту старую советскую. Давайте взглянем тоже. Ну, обычно я здесь прохожу, ворота закрыты бывают. Ну, сегодня все открыто. Это все еще со времен НИИ московского, которая здесь располагалась.
Ну, мы зайдем здесь через ворота, нам с самокатом так удобнее. Ну, это выход к пирсу. Отсюда мы вышли и оказались на пирсе, где на причале корабль. Слева это будет общий пляж, здесь же автокемпинг, вот в этой роще. Но в этой части вообще не так много людей обычно. А если уж вам вообще уединенное место надо, то проходите вот сюда. Между пирсами, как правило, вообще никого не бывает. Пожалуйста, несколько сотен метров совершенно свободного пляжа. Ну, чем хорошо тут у пирса, то что есть тень от него же, под него можно там, под ним расположиться. Ну и наковырять можно этих мидий и пожарить тут же. Море дает топливо, дрова, без проблем можно пожарить их. Ну, мало народу. Но с другой стороны, тут, например, нету проката ничего, то есть там ни зонтиков, ни лежаков, это все на общем пляже. То есть еще надо метров, ну сколько тут, 200-300 туда, в ту сторону пройти. Такое вот местечко. Море спокойное сегодня. Погода изумительная. Ну, если проехать вперед дальше, то выезжаем мы к роще пицунских сосен. За ней пляж мы видели. В роще располагается автокемпинг. Довольно много палаток. Оттуда мы приехали. Вот роща, вот кафе Муза. Ну, здесь перекресток. Косички, экскурсии. Там дальше еще кафе столового Афродита. И в самой роще еще есть кафе у моря. Ну и фастфуд, точка одна, как минимум. Ну и для полной картины выйдем к общему пляжу. Вот кафе, про которое говорил, у моря. Хозяин Роберт, интервью на моем канале с ним есть. Тут вот точка продаж всяких пляжных принадлежностей. Все, тут можно приобрести все, что нужно для отдыха. Вот точка фастфуд от ресторана на озере Кипарис Парк. И некоторые сезоны работает вот этот вот бар, но в этом году он не функционирует. А еще там еще один небольшой бар есть вот в соснах рядышком с автокемпингом прямо. Ну, на этой части пляжа уже есть, пожалуйста, переодевалка, можно лежаки взять на прокат, зонтики, сделали дорожку вон камешками. Можно, пожалуйста, борт, 500 рублей вижу, за сколько только не знаю, лежаки 200, он вижу цена. Есть и песчаная часть пляжа, как видите, есть и галечная. Пляж очень широкий, и я вам скажу, в разгар дня тут не так уж и много людей. Но в это время, на самом деле, лучше и не ходить загорать, потому что солнце тут очень мощное, легко обгорают люди, поэтому... Лучшие часы для купания это утро и вечер. Вот, а в разгар дня это как бы уже, можно сказать, экстрим. Мы подойдем сейчас к воде еще. Там на причале корабль виднеется. Впереди еще есть часть пляжа, там вижу сетка волейбольная натянута, бунгало стоят. И дальше пляж уже, соответственно, пансионата «Золотые пески», и за ним пляж пансионата «Новая роща». Подойдем к воде. Такая вот галечка, не крупная. Ну, заход в воду
Сейчас давайте отснимем тоже. Я никакие аквашузы не использую, сразу говорю. Я стараюсь привыкнуть. И, в общем-то, это реально. Пусть поначалу и некомфортно может казаться, то, что камешки, но если себя пересилить, потом никаких проблем. Зашли, нырнули, все в свое удовольствие, еще и массаж. Слушаем немножко и сосновую рощу. Это та часть, которая на территории пансионата. Сосновая роща, соответственно. Сегодняшняя наша добыча — инжир. Только что рос на ветке. Мягкий, сладкий, вкуснейший, душистый. В пансионате снова роща. Сегодня вечером концерт. Народ собрался, ожидает представления. Она дарит своим гостям вот такие вот прекрасные праздники, а мы постараемся вас не разочаровать. Друзья, сегодня, чтобы показать свое мастерство, грациозность и талант, для вас выступит танцевальная группа «Эльбрус». Аплодируем. Также наш концерт предполагает вокальную часть. За вокальную часть концерта... Вокали! Я буду нуждаться в вашей поддержке, друзья. Oh!
самолета, бортпроводница, ремни пристегнуть. Кончилось лето, грустные лица с тобой расстаются. Ты уезжаешь, я улетаю, грустный сентябрь. И я не знаю, когда доведется увидеть тебя. 5 летних дней мне одолжил Гагра. 5 летних дней и снова дожди, Гагра. 5 летних дней, 5 летних дней в Гагре. Ты так прекрасна, ты сунда.
Да это наша дива. Увидеть все хотят тебя. Ты так прекрасна, ведь сюда. Тебя сравнить ни с чем нельзя. Ваши аплодисменты! Несет корабли.
все расскажу об этом прекрасном городе. Побережьем есть чудесный город мой. Родилась здесь куда лода, в ней народ живет простой. Люди в ней горды и дружны, рады всем и старым млад. Кто приехал, не забудет этот город, всем он рад. Ты наш город, куда лода, ты любим во все года. Кудаутские ребята, рады видеть вас всегда. Ты наш город, куда лода, ты любим во все года. Кудаутские ребята, рады видеть вас всегда. Если кто к тебе с друзьями вдруг приехал погостить, наливают тут бокалы, чтоб вина с тобой попить. Начинают петь здесь песни, вихри танцев всех маня. Поднимают вновь бокалы, тут за братство пьют до дна. Ты наш город, Кудаута, ты любим во все года. Кудаутские ребята, рады видеть вас всегда. Ты наш город, Кудаута, ты любим во все года. Кудаутские ребята, рады видеть вас всегда. Собираясь, все тебя к себе зовут, и столы здесь накрывая, произносят тост идут. Этот город славный город, у любого ты спроси, все ответят очень гордо, кудаутцы молодцы. Ты наш город, Кудаута, ты любим во все года. Кудаутские ребята, рады видеть вас всегда. Этот город, славный город, у любого ты спроси, все ответят очень гордо, кудаутцы молодцы. Ты наш город, Кудаута, ты любим во все года. Кудаутские ребята, рады видеть вас всегда. Этот город, славный город, у любого ты спроси, все ответят очень гордо, кудаутцы молодцы.
исследования, приезжают какие-то ученые-археологи, проводят экспедиции, и они ищут остатки древнейшей цивилизации, которая называется Диаскурия. Она предположительно находилась на территории современного Сухума, а ищут ее по всему миру. И, кстати, там находят достоверные артефакты, подтверждающие, что Диаскурия находилась именно там. Город за период своего существования повидал очень много войн и сражений. Если говорить о новейшей истории, это Отечественная война народа Абхазии 92-3 годов, когда город был практически стер с лица земли, он очень сильно пострадал, но мы всем народом, мы отстроили его заново, вернули ему былую славу, и сегодня этот город радует своими красотами, своим гостеприимством всех гостей и, конечно, местных жителей. И, наверное, не могла не родиться песня, в которой говорится, как мужественно и стойко город Сухум выстоял, выдержал все невзгоды, все трудности, которые выпали на его нелегком пути. Друзья, для вас песня «Сухум». Враги тебя бомбили, стоял здесь страшный шум. Но дух твой не сломили, любимый мой Сухум. Ты лучший город на планете, ты Богом создан, ты святой. Минуло 25 столетий, а ты все так же молодой. Достойных воспитала ты родина сынов, краснеть за них не стало, за доблестных бойцов. И ты лучший город на планете, ты Богом создан, ты святой. Минуло 25 столетий, а ты все так же молодой. We'll be right back.
проигрыш и танец «Дружба». Ваши аплодисменты. Над городом встал, и солнце лучи согрели страну. Лик свободы возник, и в сердце хранит он дружбу свою. С тобой, Россия, нам вместе по пути. С тобой вместе мы можем все пройти. Беду и радость в разделе пополам. От Азии ясны всегда придава. Бед в дороге не счесть, с достоинством мы пройдем этот путь. Путь, что выбрали мы, Россия Апсана, и нам не свернуть. С тобой, Россия, нам вместе по пути. С тобою вместе мы можем все пройти. Беду и радость разделим пополам. От Азии ясных всегда придава. Дорогие гости, ну, знаете, эти аплодисменты не мне, даже не ребятам. Эти аплодисменты этой большой и искренней дружбе. Спасибо! Аслан Амичба! Эрик Марчия! Национальная группа «Эльбрус». Буя. Ну что, друзья, бис? Не слышу! Бис! 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 Yeah.
друзья, спасибо вам огромное. Давайте еще раз поаплодируем друг другу. Поаплодируем Людмиле Родионовне, где она? Что подарила своим гостям такой прекрасный, замечательный вечер. Нашему звукорежиссеру Азамату. После концерта желающие могут сфотографироваться с артистами, с музыкантами. Я же на этом видео завершаю. Спасибо за внимание. Если было интересно, полезно, то палец вверх. Оставляйте комментарии. Очень, кстати, хотелось бы узнать, насколько сейчас комфортно смотреть видео на YouTube из России. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и делитесь в социальных сетях. Подписывайтесь на канал, если на YouTube, соответственно, на Дзене. И на YouTube также я публикую. С вами был Лев из Абхазии. Всего вам доброго. Вы мне только отправите.